А вот отлично. Здесь есть колокольчик. Это очень хорошо. Тора, есть колокольчик. Поэтому давайте вначале мы послушаем звук колокольчика. Куламеги, келла, хаэльт, к... сделаем одно простое упражнение. Я бы хотел, чтобы сейчас вы задали себе очень простой вопрос, но особым образом. Ma soovin, et te ühe кисимус, ага väga вопрос звучит так. Почему я здесь? здесь? Попробуйте, вот когда вы задаете этот вопрос, сначала сконцентрироваться на первом слове. Почему? Seda küsimust esitades, keskenduda just esimesele Miks? Что меня привело сюда? Какова была моя жизнь до того, как я появился здесь, в этом месте? Elу, enne, siя, jõudsin, siя, сattusin, Какова была мотивация для того, чтобы прийти сюда? mõelge selle peale . No, aga siis proovige seda harjutust uuesti teha , seades rõhu teisele sõnale , miks mina olen siin ? kes on see mina ? Вот это сложное существо со своей историей, с биографией, характером. Kierук, olend, ома 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 исэ а какие у меня мысли прямо сейчас? А какие у меня ощущения, эмоции? Что я чувствую? И, наконец, почему я здесь? Ja лопуks, ален, здесь, а не в другом месте. Что меня заставляет продолжать быть здесь? Попробуйте <в этот> отдать себе отчет в ваших движениях воли. То, что мы сейчас сделали, это очень простое элементарное упражнение на осознанность, на развитие осознанности. See, mida me теги, on üks väga mm -hmm. Так, что-то не работает. Oh. Нет. Oh, отлично, заработало. Итак, друзья, sõna soosnenus , on ta populaarne . see teadvaleoleku või mindfulnessi sõna on viimasel ajal väga populaarseks muutunud . meditaatsed , soosnenud , näitad jääme , prohuded konverentsi , retriide . see kõik , see kaemus , kontemplatsioon , mindfulness , selle kohta tehakse konverentse , korraldatakse retriite . Krupp niiviisi korporatsioon võtab spetsiaalne tolmestist spetsialist , kui praktika mass soosnenud ja suured ettevõtted on sisse seadnud isegi vastava ametikoha , kelle eesmärgiks on siis töötajatele seda Hristian... kohalolekut õpetada . ja ka kristlikus maailmas räägitakse väga palju teadvaleolekust kui kristluse kriisi ületamise ühest viisist . Сегодня мы уже рассматривали в одном из докладов различия между медитацией и созерцанием. Мне кажется, это очень правильное различие, его важно понимать и осознавать. Потому и что созерцание – это все-таки дар благодати. Потому что созерцание – это все-таки дар а медитация – это такая общечеловеческая вещь, которая существует в самых разных культурах. в ага äh, И она возникала, люди открывали ее совершенно спонтанно и независимо от, 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 от одной культуры, от другой. И люди в этих разных это очень спонтанно, в все в своем виде открыли. Мы вряд ли можем провести какую-то генетическую связь между äh, монологической молитвой отцов в пустыне и какой-нибудь там мантра медитации на Востоке. Mantrate, äh, siis, äh, äh, Или между средневековым трактатом облако неведения, облако незнания и какой-нибудь индийской веданты, адвайта ведантой хотя там есть схожие концепции. või siis sellest keskaegsest mitteteadmise pilve teooria või siis India veedade vahel vist , ei saa seda seost kuidagi tõestada . ja need on tekkinud üksteisest sõltumatult , inimesel on selline

teadmatust puudutada . Um, et lihtsalt justkui seadistavad oma meele või mõistuse teatud viisil . ja sellel seadistamisel tekkis kõrval efekt . одним из побочных эффектов является просто развитие вот такого большего присутствия в жизни, присутствия в настоящем моменте, большего, более глубокого проживания в жизни. See selline, enda kohal ja selle Поэтому важно разделять как бы, духовные устремления и созерцание как духовную мистическую практику. ja et seetõttu on oluline teha siin see eristus sellise vaimse müstilise praktika ja kogemusega . ja teiselt poolt teadvelolek , see on praktika , mis aitab teil kas enda vaimset elu veelgi sügavamaks muuta või siis lihtsalt teie argielu sügavamaks muuta . В нашем христианском контексте эти дисциплины вдохновлялись, конечно же, религиозной традицией, духовной традицией. В христианском контексте, Давайте попробуем рассмотреть, чем же они вдохновлялись. Мы привыкли к современному ритму жизни.

See tähendab kogu oma Прекратить убегать от жизни в мир своей грез и фантазий. Напротив, нужно просто äh, заглянуть глубоко в себя. Помните, как апостол Павел писал Тимофею «вникай» или «будь внимательным к себе», «в себя вникай». peab hoopis piir- pilgu sö- , suunama iseenda peale , iseenda sisse , nii nagu apostel Paulus ütles Timoteusele , pane tähele iseennast . ja selles teadvel olevas elus me võimegi välja tuua ka kahte külge . esiteks peatuda , lihtsalt lõpetada ringijooksmine pidevalt mineviku ja tuleviku hüppamine oma mõtetes . tulla koju tagasi praegusesse hetke . reaalsusesse . sest tegelikult see on ainuke hetk , kui üldse midagi juhtub . No no, et üks Briti bänd laulis laulu , mille pealkiri oli No future ja tõepoolest praegu ju ei ole tulevikku . Прошлого не существует. Ja minevikku pole olemas. Знаете, проводился эксперимент однажды, если человеку прикрепить на, ну, на голову или на где-то вот, поместить камеру GoPro и записывать весь его день. Tehti selline eksperiment et äh, kui inimesele, inimesele külge GoPro äh, kaamera, mis siis jälgis tervet tema А потом некоторое время спустя попросить его описать этот день. Ja siis mõne aja möödudes paluti seda sama päeva kirjeldada. А потом повторить через несколько месяцев этот же эксперимент. Yeah, so, мы выясним, что наше прошлое изменилось. Оно меняется. Yeah, мы выхватываем из него какие-то важные моменты и потом немножко их начинаем заменять и переписывать в зависимости от того, как дальше развивалась наша жизнь.

et ainult äh, praeguses hetkes me saame kuulda seda , kohtuda Jumalaga ja kuulda seda niinimetatud vaikset tuuleõhku , millest Vanas Testamendis on räägitud , kus Jumal ennast avaldab . nii et esimene samm on peatuda . ja, on peatuda. ja teine on näha . mõista , kuidas kõik tegelikult ja, võt, on

Американский философ и преподаватель осознанности Шин Цзинь Янг говорил о том, что у человека есть три задачи в этой жизни. Один американский философ Шин Цзинь Янг говорит о том, что у человека есть <связать> три преимущества в мире. Ценить, улучшать и превосходить себя и жизнь. Он должен оценивать себя и всю свою жизнь, улучшать и преимущества. Ценить себя и жизнь ⁇ значит осознавать все, что происходит во всех органах чувств, в каждый момент жизни. Вспомните, как Иисус, который сказал, ⁇ Я пришел для того, чтобы жизнь они обрели, жизнь во всей полноте ⁇ говорит современный русский перевод. По-эстонски, возможно, иначе. et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti . ja Leoni Ireneus ütleb ka midagi sarnast , et jumala au on täielikult elus või elav inimene . See, see elu on meile antud just nüüd ja praegu kogu oma täiuses .

Я ja часто у себя говорю о том, что христианство – это в том числе жить полнотой жизни. Каждое мгновение является даром Божьим. Каждое мгновение нашей жизни. Она недолгая на самом деле. Jumala, и от того, насколько глубоко и Praživim, to, ja see , kuivõrd äh, täielikult me seda iga hetke elame , see näitab ka seda , kuidas ma selle , kuidas me sellesse andi suhtume . kas me võtame selle vastu , oleme selle eest tänulikud või me äh, väldime seda ? Kaheksateistkümnenda sajandi jesuiid Jean-Pierre Kossaad rääkis praeguse hetke sakramendist . ta ütles , et iga hetk , mis on meile antud , on Jumala kingitus . iga hingetõmme on kingitus Jumalalt ja märk eluannist , mis meile kõigile on antud . Siina mäe peal rääkis Jumal Moosese ja Iisraeli rahvaga . ja selle rääkimisega kaasnesid müristamine , äike ja vali sarv , sarve hääl . ja sajandeid hiljem tõuseb sinna samale mäele , sinnasamasse lähedale prohvet Eelias . И там он переживает то же, что его предки. Был большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающие скалы. Yeah, äh, ja äh, ja äh, и ja землетрясение, огонь. Он ja хотел разглядеть в этом голос Божий. Ja Но Бог явился ему не в привычном знамении силы. Pero, pero, не замену, таким, assim, Когда буря стихает, Илья слышит веяние тихого ветра. Или знаете, вот в другом переводе, в переводе, под, который я там делал под руководством Андрея Десницкого, говорится тонкий звук безмолвия. Не знаю, как это перевести на эстонский, надеюсь, что можно будет. Тонкий звук безмолвия. ja siis see torm vaibub ja Elia kuuleb nagu piiblitõlkes eesti keeles on vaiksed tuulesahinad , aga võib seda tõlkida ka kui sellist õrnavaikuse häält ja selles Jumal räägib Eliaga . Бог ja не говорил с Ильей не давал ему откровения, пока тот был в депрессии. Но ну, вы помните его предысторию? да? Он поссорился с царицей Изавель, ушел в пустыню, лежал под Можевелым кустом, просил себе смерти. Классические признаки клинической депрессии. jumal rääkis Eeljaga sel hetkel , kui ta võib öelda , et meie mõistes kliinilist depressiooni põdes , et ta oli kõrbesse ära läinud , juba oli täiesti meelenurgu läinud ja sel hetkel see kohtumine leidis aset no, . kui tänapäeval näiteks keegi lamab seal näoga seina poole , enam ei pese ennast , ei viitsi riidesse panna ja on kõigele käega löönud . Бог посылал ему ворона, чтобы тот кормил его, поддерживал безопасность, пока он в пустыне лежал, но не разговаривал с ним. Jumal, ei Kohe, тема, just, kui äh, Бог только посылает его, Бог посылает его в путь. Ja, садаб, ä, just, это был такой классический путь героя по Кэмпбеллу. Да? То есть герой отправляется в путь к личному преображению.

tegelikult igasugused luhtumised ja läbikukkumised , need on faktid , aga see , mis viib meid depressiooni , see on meie reaktsioon nendele sündmustele <sessimus> . inimene on justkui suletud uksega ruumis ja ta ei mäleta enam , kus see väljapääs oli . ja selles olukorras on temaga mõttetu rääkida . Когда ja он ja полностью внимателен. Так глубоко, что он оказывается в безмолвии. В этом звуке безмолвия он слышит голос Бога, который его преображает, исцеляет и восстанавливает его в служении. siis alles selles vaikuse hääles ta kuuleb Jumalat , kes saab teda tervendada ning paranemise teele . ja kui ta siis naaseb , siis algab tema teenimise järgmine etapp . et see kõik tähendab elu väärtustamisest , räägib elu väärtustamisest . Мне понравился один упражнение, который бископ Антони который в Лондоне. И это упражнение очень простое. Ja Когда вам нечего делать, ole, попробуйте просто быть. Ничего не делать, никуда не устремляться. Teha, kuskil, äh, это кажется очень простым делом, но попробуйте. see tundub midagi väga lihtsat , aga proovige . noh , teil on näiteks tekib viis minutit täiesti vaba aega ja mida me siis teeme , no niheleme tooli peal , hakkame pabereid siia-sinna sättima laua peal ja kui see tänapäeva konteksti tuua , siis arvatavasti võtaksime telefoni välja . И вот Антоний Сурочевский говорит, вместо этого попробуйте, если у вас есть пять минут, когда вам законно нечего делать, сядьте и не делайте ничего. Ja Антоний вапа Сядьте и осознайте. Иван, Я... ja сижу. Петр, Иван, сижу. Вокруг меня тихо, ничего не происходит. Minu ümber on vaikus, midagi ei toimu. Ja я сижу перед лицом Божьим. Я ja no, Просто побудьте какое-то время перед этим Божьим лицом. только И вы видите, что это не так и просто. Потому что начнут кружиться мысли, как маскара весенний вечер по словам Феофана Затворника. мы, мы будем работать немножко с мыслями сегодня во время мастер-класса, который будет после обеда. Мы пробуем, проводить немного работы на Слушайте, много много до... мыслей. ]acing. И вы удивитесь, сколько их у вас много. Улучшать себя. Вторая задача человека. Это значит постоянно совершенствовать свои мысли, речь и поступки. Все, что мы можем делать сознательно. Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. no, как это делать? Вот апостол Павел, ой, простите, это не та цитата, вот. вот апостол Павел, советую этот на латыни цитата, я специально его разместил, молодому епископу Тимофею. Ну, некоторые историки, библиисты сомневаются, что это был именно Павел, ну, автор послания Тимофею, так скажем. Lähkituses Timoteuse , Timoteusele , mida omistatakse Paulusele , on öeldud järgnevad sõnad . kuni ma tulen , ole hoolas ette lugema , ergutama , õpetama . ära jäta hooletusse vaimu andimist , mis sulle anti ennustuse läbi , kui vanemad panid oma käed sinu peale . О а всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Ненде асяде пеале мытле, ела селес, эт су эденемине олекс нахтав Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Пане тахеле исе эннаст, и опетуст, я гойгесе селесе пюсима, куй са седа теет, сис са пэстад энда, и нед, кес синд кулавад. Мне сложно судить, как это было переведено на эстонский язык, но в русском языке перевод такой очень интересный, в том смысле, что здесь встречаются два слова, которые ну, как-то в русском языке они смазываются, они не чувствуются. В Ветхом Завете есть такое слово «хага». В есть такое слово «хага». Оно означает не только вздыхать, шептать, но также размышлять и умственно созерцать. See tähendab, uh, see tähendab, uh, ваимсет, uh, когда Тора переводилась 70 толковниками uh, на греческий язык, то оно ну, было переведено словом «мелете». Uh, no, когда Святой Иероним переводил Библию на латинский язык, он перевел это слово словом медитацию. Поэтому когда меня спрашивают, где где вообще медитация в Библии, я им показываю это место. Что именно слово мелето, в в латинском варианте переводится как медитацию, то есть медитируй, используется в Новом Завете вот в этом самом месте. nii et just Uues Testamendis seal , kus on kasutatud sõna me , sõna meditaatsio või meelet , eesti keeles on nende asjade peale no, ne faktiske, mõtiskle . et mõtle selle peale , kuidas sa saad enda andi kasvatada . ja apostel soovitab talle uh, zabotsa, toest, no, . Дело в том, что вообще интересно, что в разных словах, языках мира, слово, которое обозначает эквивалент слова медитация, очень часто является однокоренным к словам ⁇ культивировать, ⁇ заботиться ⁇,⁇ взращивать ⁇ То есть ⁇ заботиться ⁇ не в смысле ⁇ беспокоиться ⁇ а в смысле ⁇ чему-то ⁇ помогать ⁇ развиться ⁇ millegile aidata areneda , aga mitte lihtsalt kogu aeg muretseda või hoolitseda niimoodi . ei tahaks , puutu võtame . ole , püsi selles . mõtiskle , mediteeri . No, aga kuidas seda tehniliselt või praktiliselt teha ? Pavel kui valida . Ja siis ütlebki, pane ise Здесь используется слово греческое эпехе, которое переводится как держать в поле зрения, внимательно смотреть, пристально следить. Что-то связано с концентрированным вниманием. В учении мы все очень много вникаем, мы уже второй день вникаем в учение. Я надеюсь, что сегодня после обеда некоторые из вас, кто придет на мастер-класс, они вникнут и в себя немножко. Я лоден, et, лунад, Поэтому... Tuleb, тёд, uppа, Поэтому я вас приглашаю. И вот, вникая в себя и в учение, так поступая и себя, спасешь и слушающих тебя.

Внимательное отношение к духовной жизни уже обращает нас в настоящий момент, во все то, что происходит с нами прямо сейчас. Но это уже делает нас существенно более адекватными, потому что вместо того, чтобы пребывать в иллюзиях, в обольщениях, в прелестях, мы входим в контакт с тем, что происходит на самом деле в данный момент. ja see teebki meid kainemaks selles , et me laseme minna nendel kõikidel nendel illusioonidel ja pöördumegi praegusesse hetke . ja ka selle kainuse kaudu me ei näe mitte ainult meid ümbritsevat välist olukorda , No, naruži, mysli, vaid me paneme tähele ka neid mõtteid , mis selle olukorraga seotud on . ja kui me vaatame oma mõtteid justkui kõ kõrvalt, just kõrvalt siis me enam ei reageeri asjadele justkui enda tunnete ajel , vaid läheme nendest justkui läbi . То есть мы опираемся на чувства, и эмоции, но не являемся их рабами. Мы и а, мы не ненавиду ненавиду. а значит, можем делать выбор. выбор. Второе концепция, он говорит, наблюдение помыслов. Формулировки Цыганкова это, это тип сфокусированного внимания, позволяющий разглядеть механизмы работы нашего собственного сознания. no kuidas , see on valimine variand . ja Tšekankovi definitsiooni järgi siis mõtete valvamine on keskendunud tähelepanu , mis võimaldab meil näha meie enda teadvusemehhanisme <tus> ja tänu sellele me saame üldse mõista oma teadvuses toimuvaid protsesse , me saame vältida nendepoolset mõjutust ja me saame lülitada sellise autopiloodi välja , mis meil muidu toimib . ja see ei ole tegelikult ainult teooria , kui ma olen rehabilitatsioonikeskuses sellise raske elukäiguga inimestega tööd teinud siis meil õnnestus seda ka praktikas järele proovida edukalt <sus> . inimesed , kellel on sõltuvushäire , kuidas nendel selline muutus toimub ? kui tekib mingi võimas hetk nende elus , mingi võimas emotsioon , saavad mingi kirja , stress <sus> . Тогда включается сразу же привычная модель поведения. Ну что делать, когда у тебя стресс, не знаю, там уволили на работе, что-то случилось, поругался с начальством. Когда что-то уттус, например, вrah貼, с Тюльт-Валландати, лексит Тюльги-Лега, например, с например, с Гуига, 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 с с Гуига, но no, при этом, если он просто позволит себе, он учится, он умеет понимать, что это моя эмоция, это не я. Это эмоции, это факты, которые я тоже могу по-разному к ним относиться. Ta, aru, факт, suhtuda, У него появляется пауза. kui tal tekib see pausihet , kui ta saab aru , et ta ei pea seda autopilooti harjumuslikku käitumismustrit sisse lülitama võib ja võib ka teistmoodi toimida . ja me andsimegi selle töövahendi nii-öelda kätte oma hoolealustele ja see toimis väga edukalt nabludenim- pommõssus- , mõtete jälgimine annabki meile kontrolli meie tunnete üle ja aitab meil vältida seda , et meie ise allutaksime end nendele tunnetele . me võime võrrelda kahte lauset , kahte sõnastust , ma olen kurb , esiteks , või siis ma tunnen kurbust . Они очень похожи, но между ними есть разница. On väga сарнased, а Фраза «мне грустно» – это ограничивающее самоопределение. А вот «я испытываю грусть» Она позволяет определить и признать чувство, но не поддаваться ему целиком. Ага, курб, са сета, туннед, и минна, и Умение концентрировать внимание.

А ja для этого хранить ум безвидным, бесцветным и безобразным. И ja оставить ома миел няhta и куйуттнa. То есть, иначе говоря, приостановить мысленный поток. Оторваться от блуждания мыслей. Ennast, lahti. Прекратить погружаться в эту внутреннюю болтовню, в которой мы пребываем большую часть времени. Mm. Прекратить рассматривать те картинки, которые наш ум постоянно продуцирует. Ja Опыт наблюдений показывает, что одно из свойств ума заключается в том, что если вы спокойно, отстраненно наблюдаете за тем, что происходит.

Ja Просто говоря, если вы чувствуете какую-то болезненную эмоцию, начните ее раз, ну, наблюдать. то ja, äh, то Чтобы наблюдать, нужно уже выйти из нее и посмотреть на нее со стороны. Вы не можете изнутри наблюдать ее. Вам ja no, нужно сесть на берегу реки и посмотреть на эту реку. Истуде, И чем больше вы ее наблюдаете, чем вы ее раскладываете на составные части, вы изучаете, что она из себя представляет, вы замечаете, что боль, влияние, страх или еще что-то, ее влияние на вас становится более слабым. ja kui seda jõge nii-öelda vaadata , püüda ta erinevateks osadeks lahti võtta , osade kaupa jälgida , siis me võime ka oma emotsioone samamoodi jälgida , seal eristada , mis meil selle sees kõik on , viha , valu , kui ta osadeks võtta , siis on juba selgem , selgemini näha , mida Uumele. ta endast kujutab говорил, . Üh, on öelnud , et meie наши страдания Me... прямо пропорционально нашему сопротивлению боли. И интересно, что это касается не только более эмоциональной, не не только эмоциональной но даже более физической. vaid isegi rohkem füüsilist valu . Äh, no, oma teadveloleku keskuses nad pakkusid inimestele teatud tehnikaid , kuidas valu vähendada või kannatust valust vähendada . И в этом эксперименте что они снижали на 25 и более процентов количество обезболивающих препаратов походы, выражены, в случае хронического артрита и даже онкологии.

активной жизни человека. Так что спокойное, отстраненное наблюдение позволяет нам оторваться мыслями от размышлений и переживания о прошлом, будущем, от фантазий и помогает нам присутствовать в настоящем моменте. Это самое мыслительное и быть no, На это мое время и стекло. Кое-что из того, что я еще хотел сказать, я скажу во время мастер-класса, который будет после обеда, поэтому обязательно приходите. У нас там будет три простых упражнения, которые помогут вам справиться, не только справиться со стрессом, уменьшить количество стресса, но если вы их будете применять, то самые обычные ваши дела, чтение книг, общение с близкими и ваши духовные практики станут немножко более насыщенными и глубокими. kahjuks meie aeg sai kiiresti otsa , aga palun tulge ka töötuppa pärast lõunat ja seal me tegeleme kolme väga lihtsa harjutusega , mis aitavad teil lihtsalt ka igapäevaste asjadega palju ladusamini toime tulla , kasvõi raamatute lugemisega , suhtlemisega või ka oma vaimsete praktikatega .